Магаданцы смогут присоединиться к массовой всероссийской гонке. «Лыжню России» проводит с 1982 года. Этот раз юбилейный. На старт выходят тысячи единомышленников, которые неравнодушны к этому виду спорта, здоровому образу жизни и активному отдыху. Пройдет традиционная гонка на лыжне у Горохового поля. Федерация лыжных гонок Магаданской области приглашает всех желающих принять участие в данном спортивном мероприятии. Всероссийские соревнования пройдут 12 февраля 2022 года в 12:00 в районе сопки Магаданки. Регистрация участников с 11:00. Наличие медицинского допуска обязательно.